Сегодня Котласский городской суд приговорил ухтинца Никиту Князькина к 11 годам лишения свободы и выплате компенсации по 1 миллиону рублей семьям трех погибших девушек. Напомню, авария произошла в Архангельской области в ноябре 2019 года. По версии следствия, Никита Князькин в состоянии алкогольного опьянения за рулем кроссовера Audi выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. Стрелка спидометра застыла на отметке 170 км в час. Погибли три девушки, сам Князькин получил травмы и долгое время не являлся на суд, предоставляя справки о плохом здоровье. Спустя год после начала процесса фигурант резонансного ДТП все же объявился. В суде вел себя крайне вызывающе и вину не признавал. Тем не менее, собранные доказательства по уголовному делу подтвердили версию следствия. И вот сегодня суд вынес приговор. Следующие 11 лет Никита Князькин проведет в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.